подготовка, она будет медленнее. Thank you.
Давай. Thank you.
подготовила, да, вот это себя нет. Если ты псих, классно разыграла она мяч. Вместо того, чтобы ее похвалить и продолжить, классно играла. И там что-то пишется о том, что не страдает. Но она хорошо сыграла, классно работала. И ты там неплохо там все делала, но она еще лучше сыграла. Да похвали ее и продолжи обрабатывать мяч. Она не будет как все мячи играть. И вместо того, чтобы это сделать, берешь и тупо лупасишь, куда попало. Зачем ты это делаешь? А? Зачем? Зачем ходить вот это, злиться сейчас? Давай еще ракетку бросим. Оно тебе поможет. Она же классно сыграла. Все, похвали ее и настрой себя, что вот просто одним ударчиком с ней не сыграешь. Вот надо два сделать, надо три, надо 10. И каждый мяч надо обработать. Все вперед, давай.
дальше. Для чего тогда она здесь стала оставаться? Побеси здесь, побей больше. Вот, на, убери. Так, бей. Вот свои градусы. Сколько раз ты подготовилась? Сколько раз ты подготовилась? Сколько? Я не знаю, я не считала. И я не считал, потому что не было их подготовки. И чем больше ты проигрываешь, тем меньше ты готовишься. От нуля до минуса идет. Так может надо просто поменять, и тебе это задание уже столько. Все соревнования. Ты его выполнил? Ну. А? Эй, там ты его не выполнил. Выполнил это здесь. Остальное это ты. Выполнила. И так здесь розыгрыш, ты готовилась. Готовилась, настраивалась. Хочешь, топни ногой, пожалуйста, поручи, а потом успокойся, настройся. Выйди, разыграй мяч, настроим хорошим игровым состоянием. Настроим на игру, на то, что ты будешь делать. Давай. Здорово, здорово.